Получить или продолжить образование, построить успешную карьеру, найти работу мечты, познакомиться с единомышленниками из других регионов. Все это жители Тверской области могут сделать в рамках проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Реализовать свои таланты можно прямо сейчас. Уже стартовали новые сезоны масштабных конкурсов. Участие в них, как всегда, бесплатное. Нужно только подать онлайн-заявку. Как? Смотрите подробности в нашем следующем материале. По всей России началась заявочная кампания на участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей». Участвуя в них, можно поступить в престижный вуз, пройти стажировку в одной из ведущих компаний, найти наставника и даже начать собственное дело. Прокачать лидерские и управленческие компетенции можно в треке развития конкурса «Лидеры России». Для студентов также открыта регистрация на масштабную олимпиаду «Я профессионал» и проект по решению кейсов «Профстажировки 2.0». А еще принимаются заявки на акцию для молодых специалистов «Время карьеры». Каждый из этих конкурсов поможет зарекомендовать себя среди работодателей, получить возможность пройти стажировку или найти работу в ведущих компаниях страны. А от педагогов принимаются заявки на профессиональный конкурс «Флагманы образования». Продолжается регистрация и на хакатоны по искусственному интеллекту. Как вы сами оцениваете этот пройденный путь и что считаете наиболее важным сегодня и в ближайшем? Спасибо большое, Владимир Владимирович. Но вы неоднократно говорили о том, что главное богатство нашей страны – это люди. У нас действительно такие талантливые, неравнодушные, целеустремленные. И системная работа, которая по вашей инициативе проходит, по выявлению талантов, по их продвижению, по их развитию, в общем, дает свои плоды. Но вообще на сегодня у нас 26 проектов на нашей платформе. Более 8 миллионов человек уже прошли, поучаствовали. Больше 26 тысяч – это победители и призеры. Во время этого проекта около 300 назначений на такие серьезные посты. Вот среди них 2 губернатора, 6 заместителей федеральных министров, 4 мэра городов, вице-президенты крупных компаний, генеральные директора, главврачи больницы и другие. По всей стране на базе университетов платформа «Россия – страна возможностей» открывает центры компетенций, в которых любой желающий сможет пройти комплексную оценку навыков и получить рекомендации для профессионального и личностного развития. Участие во всех проектах платформы бесплатное. Подробнее на сайте rsv.ru.